Отсутствие очередей в центре обслуживания населения – это ненормально, заявляют сотрудники ЦОНа. Южане не торопятся получить паспорта и удостоверения с индивидуальными идентификационными номерами. Между тем, с 1 января 2012 года документы без 12-значного числа будут незаконны. Люди не смогут получить пенсии, пособия и совершить банковские операции. По области у нас сейчас 39 927 человек не получили идентификационный индивидуального номера. С 1 января 2012 года не будет действовать РНН, а также СИК, они уйдут в историю. Индивидуальный идентификационный номер содержит все данные о владельце. Оформить его должны все, кто получил документы в период с 1995 по 1997 года. В таких удостоверениях ИИН не проставлен. Получить 12-значный номер можно бесплатно. Правда, если человек торопится, то за скорость придется заплатить. По первой категории за изготовленный документ недельный срок гражданин платит в кассу госпошлину в размере 1989 тенге, за 10 рабочих дней – 904 и за 15 – 563 тенге. Чтобы ускорить оформление документов с ИИНом, ЦОН переходит на другой режим работы. Здесь будут обслуживать шымкентцев в рабочие дни до 19 часов, а в субботу с 9 утра до 13 часов. Шанару Уразова, Бахадыр Тажибаев, Кирилл Мачалин. Информационная служба телекомпании «Отарар».